Сегодня мы распакуем пилу, цепную электрическую, которая называется NAC, New American Concept. Вот ее полное название, ну, по цифрам, CE20-0SH. Открываем. Паспорт, гарантийный талон. Крышечка. Это ручки для натяжения цепи без инструмента. Цепь Орегон. Защита цепи при транспортировке. Чехол защиты. Шина Орегон с подшипником. Вот такая шинка. Ну и сама пила. Вот так выглядит пила. Кабель классически короткий. Кнопочка с предохранительной кнопкой. Мощность 2 киловатта. Шина 40 сантиметров. Собрана в Польше. Масляный бак. Это предохранительная ручка для руки, одновременно останавливает цепь, если срабатывает защита. Она может сработать, если пила вдруг дернется и может травмировать. Это для этого служит. Сейчас попробуем собрать. Сейчас установим цепь на шину и потом на место. Здесь нарисовано, как должна быть сориентированы режущие зубцы на цепи. Она вся смазана маслом. Цепь обильно смазана. Сейчас мы ее на место поставим. Для смазки цепи здесь есть такая дырочка с прокладочкой, откуда будет вытекать масло и смазывать цепь через вот это отверстие. Там прокладочка какая-то очень маленькая. Теперь накрываем крышечкой. Ну и закрепляем крышечку слегка. Потом будем натягивать этой ручкой, красной ручкой, цепь натягивается. Считается, что должна быть натянута, чтобы два зубца выходили посередине.
И теперь окончательно затягиваем. Зажимаем. Ну, цепь натянута. Не нужны никакие инструменты, все делается при помощи этих двух ручек. Осталось залить масло и можно пробовать. Будет работать.